уже 6 лет волонтерское движение является неотъемлемой частью Красноярского экономического форума. За это время в КЭФ приняли участие больше 2000 молодых и инициативных людей. Многим из них этот опыт помогает реализоваться в жизни. Кто-то уже даже руководит целым рядом бизнес-проектов. Анастасия Свирнина сейчас сама рассказывает ребятам, как стать хорошим волонтером. Впервые она попала на КЭФ в 2010 году и за время своей добровольной работы из рядового активиста выросла до руководителя направления. Под ее ответственностью находились больше 80 человек. Сейчас Настя администратор кулинарной школы. Помимо этого занимается интернет-проектами и пиаром. Говорит, именно на форуме она научилась находить контакт с людьми и принимать правильные решения. В первую очередь работа там, она позволяет научиться взаимодействовать абсолютно со всеми людьми и именно находить к ним подход. В зависимости от того, какой у него социальный статус, в зависимости от того, какой у него возраст, соблюдать нужную субординацию и быть тактичным и правильным. Это помогает в жизни, особенно в работе с клиентами, как у меня сейчас в школе, так и вообще в жизни. То есть очень правильно находить подход к клиентам, привлекать их, потому что вся наша жизнь, а потом бизнес, он в принципе все закручено на людях. Перед тем, как стать волонтером экономического форума, ребята проходят специальное обучение. К слову, на них лежит большая ответственность. Именно они на 3 дня становятся лицом Красноярского края. Гости видят их первыми, когда только входят в зал. Именно добровольцы помогают им ориентироваться на площадках. При их участии подписываются важнейшие соглашения. В специальной школе волонтеров ребятам рассказывают, как избежать конфликтов, правильно и эффективно общаться с людьми любого возраста и социального статуса и работать в команде. Причем в этом году формат тренингов решили изменить. Совсем нужно отойти от формата лекций, формата «сиди, пиши и слушай». И решили максимально вовлекать самих волонтеров, тех, кто проходит образовательные курсы, в то, что происходит вокруг. И все лекции, точнее все мастер-классы направлены как раз на интерактив, на взаимодействие, на то, чтобы в течение школы сформировалась реальная рабочая команда, которая покажет высокий результат на Красноярском экономическом форуме. На Красноярском экономическом форуме будут работать 280 волонтеров. Их возраст от 16 лет и, как говорят сами организаторы, до бесконечности. Например, в этом году принять участие в работе КЭФ захотели люди, которым уже за 60. Для них это возможность интересно провести время и получить заряд бодрости. А вот молодежь набирается опыта. В этом году я стал президентом кадетского корпуса. И сейчас я ввел много новых систем в корпусе. Мероприятий провожу, организовываю. И также я хотел бы стать волонтером на КЭФ, чтобы развивать дальше эту способность. Планирую поступить в СФУ на военную инженерию и быть командиром. Обучение волонтеров заканчивается на этой неделе. Почти месяц они тренировались, и сейчас организаторы отберут самых лучших и ответственных добровольцев. Как они справятся со своей задачей, мы увидим уже совсем скоро. Форум начнется 18 февраля. Алина Штоколова, Павел Потылицын. Новости.